Поклонники не узнали Любовь Аксинову, автор 26.12.2019. Неожиданно для своих подписчиков, 29-летняя Любовь Аксинова решилась на удивительное бьюти-преображение. Перевоплощение было настолько радикальным, что поклонники далеко не сразу узнали актрису. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Звезда сериала «Мажор» внезапно решила перекрасить волосы в яркий малиновый цвет. Не исключено, что фанаты знаменитости еще не скоро увидят ее русые волосы. Впрочем, также есть вероятность, что речь идет об обычном парике. Новое эффектное фото актриса сопроводила таким текстом «Когда твоя девушка больна». К слову, она попросту перефразировала известную композицию Виктора Цоя. В кадре подписчики могли рассмотреть Любовь в черном спортивном костюме и кроссовках. Девушка села на небольшой столик, при этом явно находясь в купе поезда. Вероятнее всего, Аксинова присутствовала на очередных съемках. Актриса прикрыла глаза и немного откинула голову назад. Малиновые волосы заструились по плечам знаменитости, и у поклонников была возможность хорошо их рассмотреть. Преображением звезды заинтересовались не только фанаты ее актерского таланта, но и звездные друзья. Павел Деревянко восторженно пишет ей: «Восхитительно, Любася. Она осталась в стороне от комплиментов и Агнедит Ковскиты, прекрасная вольная девушка». Кавычка, точка. Поклонники тоже не остались в стороне от ее нового стиля, сама на себя здесь не похожа, теперь все мужчины ваши, это просто восхитительно. Вам очень к лицу этот цвет, чтобы не говорили, ох и Любка-то, ай красавица, я еще в эфире заметила, что волосы как будто другого цвета, но надеялась, что обман зрения, шикарно, Любушка, такая яркая и так далее. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка.